какую-то дорожку. Ой, еще муравьи. О, смотри, на одних ступеньках мураши бегают. На других. Так что аккуратнее надо, чтобы их не раздавить. Продолжаем. Стоит, сидит. Какая разница? Это ведь кто-то же делал ступеньки эти. Ходил. Интересно, за какой промежуток времени? Половина ступенек из корней, половина самопальных. Да. Я вообще думаю, если не пообщаться с местными людьми, то вообще ты мало чего узнаешь. Ага, и деньги истратишь. И деньги истратишь. Все самое ценное знают местные. Фух. Ну, а тут... там пальчики, меня не попытка разбирать. Ну да. А то отзывы читаешь. Парк этот распиарен, тот распиарен. Ожидают одного, а по факту другое. Цена завышена, неоправданно. Ага. Посмотрел по карте. Идем мы уже 1:18. 3 километра мы прошли, начиная от отеля. Сам подъем-то он поменьше, конечно. Потихонечку начинают открываться какие-то виды. Но видов мало еще, конечно. В основном леса больше ничего. Ой, вон там как наверх-то переть надо. Жесть. Да. Жесть. Может быть, это финал. Ага, наших сил. Похоже на то. Потому что мы в лесу. Сейчас выйди из леса. И будет. Неужели ты не чувствуешь запах? Но он ближе сюда. Как будто бы такой одеколон слабый пролит.
Непонятно, что это. Я думаю, трава из-за ёлки. Ну понятно, что какое-то растение. Мушкара. Не знаю, видно ее здесь. Сколько здесь мушкары, как бы нас не сожрали. Видите, плохо, правда. Уже какие-то виды, вон там гора виднеется. Фух. Ух, жесть. Мошка. Москитос. Кто-то здесь свою зарубу оставил. Какой-нибудь ВФ. Владимир Федоров какой-нибудь. Или просто Ф. Кажется, мы доходим до точки. Барабанная дробь. Флаг висит. О, тут какой-то кемпинг. Кто здесь, походу, отдыхает. А, господи, что там шевелится. А здесь тебе вешают медаль и дают горячую кружку чая. Молоко. С молоком или без. Hello. О, смотрите, что. Water? А, короче, там еще красивее. Окей, ну, короче, туда спойдем. Там будет красиво и вода.